то приложение, которое вскружило голову всем. Ты хочешь, чтобы твои сторис отличались друг от друга, чтобы все, кто заходили на твои сторис, офигевали, потому что не понимали, как ты это делаешь? Тогда оставайся на этом видео и продолжай смотреть. Обязательно подписывайся на мой канал, ставь палец вверх и оставляй комментарий, если тебе понравилось это видео. А сейчас я расскажу тебе про то приложение, которое перевернет твои сторис с ног до головы. Поехали! К лайфхакам, я не могу не поделиться с вами новостью, то, что я запустила набор на обучение видеоблогерству, курс, который я сама делала от сообщества IQ+. Набор на него уже начался. Более подробно вы можете почитать на сайте, переходите, можете пообщаться со мной, выяснить какие-то вопросы, я всем отвечаю. Серьезно, всем, не удивляйся. И уже когда ты полностью убедишься, что тебе нужно это обучение, ты можешь его приобрести. Итак, приложение, о котором я расскажу, это приложение Mojo, и оно топовое. Еще им никто не пользовался, так что это прям лайфхак лайфхаков, я вам скажу. Так что, друзья, не упустите возможность первым усовершенствовать свои сторис. Я именно в нем создала вот эту видеозапись. Всем привет! Я рада сообщить о наборе на курс Камасутра видеоблогера. Не упусти свой шанс освоить профессию мечты. Здесь ты найдешь ответы на самые часто задаваемые вопросы. Как не стесняться камеры, как зарабатывать на YouTube и как же круто монтировать свои ролики. Такой подробной информацией не делился ни один видеоблогер. Благодаря видеоблогу моя жизнь изменилась до неузнаваемости. Сотрудничество с брендами, приглашение в блог-туры, популярность и узнаваемость. Хочешь так же? Хочешь стать крутым блогером? Тогда подавай заявку заранее и получай скидку. Я тебя жду. Целую. Вот такие вот видюшки можно создавать в этом приложении, но сейчас я вам покажу, как им пользоваться. Просто мы заходим в приложение, там, скорее всего, вам нужно будет сначала зарегистрироваться. И здесь у вас первое, что открывается, это шаблоны. Здесь есть как платная версия этого приложения, так и бесплатная. Но я считаю, что функционала бесплатной версии вот так хватает, ну хотя бы точно на то, чтобы месяц поиграться с этим приложением. Потом, если вы уже захотите создавать более профессиональные, может быть, какие-то использовать фишки, которых нет ни у кого, то можно купить платную версию. Но я вам хочу сказать, пока это приложение реально, ну вообще никто не знает, поэтому любая анимация, любой шаблон отсюда будет каким-то крутым. Здесь мы можем посмотреть примеры, как будут проигрываться наши картинки. Мы, естественно, можем заменить все. Мне именно нравится это приложение тем, что есть шаблон, и по нему ты уже можешь все менять. Фотография. Вот я по такому примеру делала. Вот так можно сделать, вот так. Так, это уже про. Мода. Мне нравится вот этот первый эффект. Очень клево смотрится. Скино, ну, я не использую, мне не очень нравится, но можно что-нибудь, допустим, для нового поста. Поп. Тоже редко использую. Дальше спорт. Вот эту первую часто использую. Digital. Здесь ничего нету бесплатного. Ничего страшного. Новости. Тоже можно использовать первую. И маркетинг. Ничего бесплатного нет. Еда. Тоже ничего бесплатного нет. И классика. Есть только первые две бесплатные. Что мы делаем? Мы заходим в какой-нибудь из шаблонов. Мы открываем фотографию. Сюда мы можем добавить любое наше фото. Все, уже даже мы просто добавили какое-то фото, уже смотрится красиво. Здесь можно менять все, вот реально. Можно подогнать, чтобы картинка была меньше, можно больше. Можно заменить. Нажимаем на редактировать, на кисточку. Здесь у нас появляется весь функционал программы. Что у нас есть? Добавить текст, изменить макет, изменить фон. Наложить музыку. Ну, здесь музыка, конечно, не супер крутая, но в любом случае, если вы не хотите париться, можно выбрать любую стандартную. Формат подобрать, длительность ролика сделать, к примеру, 15 секунд, если вам надо для сторис, или может быть дольше. Далее добавить еще одну страницу. Плюс этой программы в том, что вы можете сделать одну, добавить еще и потом еще добавить, то есть сделать целый вообще у вас клип. Давайте на примере моего шаблона уже готового я разберу, как же я все-таки это делаю. Вот он мой шаблон, который я вам только что показывала. Смотрите, вы должны понимать, что программа, она настолько умная, что она автоматически текст, который вы ставите выше, к примеру, совсем скоро, да, вот этот текст, она автоматически делает анимацию на нем в первую очередь. То есть его она будет в первую очередь проявлять на вашей картинке. Это очень прикольно. Как я выбрала именно такой текст? Я открываю текст
добавить. И здесь у нас просто гуляй не хочу. Тут просто рай для инстаграмера. Посмотрите, что можно делать. Я скажу вам так, я как только узнала про это приложение, я в нем просидела, наверное, на протяжении 3 часов без перерыва. Потому что я изучала и тыкала на каждый текст. И я вам рекомендую, если вы развиваете инстаграм, сначала посмотрите, покнопайте. Ну, вы сейчас узнаете, как я это делаю. Покнопайте. Очень круто. К примеру, посмотрите, здесь можно бесплатно наложить логотип. То есть так, чтобы он плавно появлялся. Вот видите, где про нет. Там вы можете любую картинку свой логотип наложить и надпись. Или, к примеру, тут есть сразу готовые штуки, и они бесплатные для социальных сетей. То есть вы, допустим, накладываете YouTube канал, да? И в анимации, чтобы просмотреть, вы нажимаете на глазик сверху. Выдвигаться. Вообще прям очень круто. Ладно, но не об этом, удалим. Конкретно вот этот эффект, который на совсем скоро. В вкладке подпись есть шрифт A Simple Label. Я нажимаю 2 раза на этот текст и начинаю писать то, что мне нужно. Далее идем и меняем цвет вот этой вот полосочки. Здесь внизу у нас есть, можно изменить цвет текста и можно изменить цвет самой полосочки. Итак, цвет полосочки меняется просто нажимая на черное. Здесь есть как стандартные цвета, также вы можете нажать на пипетку и выбрать цвет, который вам нравится, самостоятельно выбирая его на палитре. Вот, в данном случае у меня, по-моему, стоит стандартный цвет, насколько я понимаю, подождите, не стандартный, по-моему, да. Стандартный цвет у меня стоит нежно, вот этот. Вот. А далее, для того, чтобы поменять именно название текста, вы можете перейти во вторую клавишу, а это АА. И здесь меняется текст. Понятное дело, на русскоязычные шрифты вы не сможете применить все настройки. В данном случае я использовала, по-моему, текст Лора. Вот. Ну и потом, понятное дело, я уменьшаю этот текст и ставлю сюда. Также, по примеру, вы можете найти остальные шрифты на этом ролике. В основном здесь, в этом объекте, в этом именно шаблоне я играла с текстом. Идем дальше. Здесь на самом деле, я сейчас вам объясню, что я сделала. Я добавила, да, просто нажала, получается, добавить страницу. Я выбрала, по-моему, обычный шаблон. И после того, как я его выбрала, я зашла в макет. Здесь есть много-много разных функций, которые вы можете выбирать. К примеру, как будто бы сторис вот так вот освистаются, или как будто бы вы это смотрите все в телефоне. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Я выбрала лично вот этот вариант, где 3 картинки. Я просто вставила 3 картинки, и вот посмотрите, вот эта лупа, это вообще фишка этой сторис, потому что выглядит очень профессионально, это также добавляется с текстом, добавить, и это называется особые. В особых вот здесь у нас есть такая полосочка с лупой, вы нажимаете 2 раза и пишете текст, который вам нужен, он появляется постепенно. Чтобы отрегулировать появление этого текста, вы можете нажать на скорость и выбрать скорость текста, которая вам нужна. К примеру, вы хотите, чтобы появился эффект не в самом начале ролика, к примеру, да? Тогда он появится сразу в начале ролика. Или вы хотите, чтобы эффект появился вообще в самом конце. Он первое время не будет появляться, и вы можете ровно по секундам рассчитать, когда вам бы хотелось, чтобы он появился. И вот сейчас в самом-самом конце появится вот эта вот лупа. То есть все зависит от вашего желания. Также вот эта штука 3 пакета обучения, я ее сделала тоже через текста. Все через текста. Здесь зашла в особые и в особых выбрала 1 картинку. Sound on. Вообще очень крутая. Итак, готово, идем дальше. Вот эта сторис вообще клевенькая, да? То есть как будто бы телефон. Это про это я вам говорила. Здесь я выбрала макет, просто телефон. Вот здесь внизу есть. Я выбираю телефон, вставила сюда картинку. Выбрала картинку там, типа, инстаграмную. И здесь есть такая фишка в тексте. Проведите вверх. Обычно это ставится внизу, вот как здесь у меня на этой сторис. И кажется, что человек должен сейчас что-то сделать с этой картинкой. Может быть, вверх провести пальцем. Можете написать, проведи пальцем вверх или что-то еще. Идем дальше. Вот здесь именно тот эффект, о котором я говорила. Листание сторис. Все это я просто контролировала через макеты. Я зашла в макеты и выбрала вот эту функцию. Когда ты ее выбираешь, там тебе на выбор можно вставить фотографии. Ну, давайте я вам покажу на примере, чтобы было понятно. К примеру, мы сейчас добавим еще один, добавим одну страницу. Выберем любой шаблон минимализм. Зайдем в него редактировать. Теперь мы нажимаем на кисточку и выбираем макет. И выбираем вот этот эффект, который я вам сказала. Именно первый.
первая фотография, вторая, третья, четвертая, пятая. Короче, сколько вы хотите. Сколько угодно. А, 5 максимально. Нажимаете «Готово». Все, картинка как будто бы сама листается свайпом. Выглядит очень и очень прикольно. Последняя сторис, она мне больше всего нравится. Я прям ей, честно, очень сильно довольна. Здесь зачеркивается цифра. Очень круто работает для курсов, если вы что-то продаете или какой-то товар. Настройки, в текст добавить. И здесь есть, по-моему, особый. Да, вот, $100 и зачеркивается. Как я сделала? Я, получается, взяла $100, поменяла на рубли. Вот это поставила знак рубли, типа 1000 рублей зачеркивается. И после этого еще добавила один текст, где просто появляется, допустим, следующая цена уже. Ну, любой можно выбрать анимацию. К примеру, что цена уже 500 рублей. Именно в этой сторис очень важно подобрать время. Посмотрите, как у меня появляется анимация. Сначала цифра зачеркивается и снизу появляется это. Потом цифра зачеркивается, снизу появляется это. Все это я делала с помощью... Ну, к примеру, я делаю эту сторис. Я смотрю, так, если она у меня начинается на секунду, через секунду, значит... Или, допустим, через 5 секунд должна появиться внизу надпись, к примеру. Здесь то же самое. Если эта сторис появляется в 4 секунде, я нажимаю на другой текст, нажимаю на это. И здесь через 4 секунды также. То есть все можно на самом деле подделать. Друзья, спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Заходите на мои плейлисты, где я рассказываю еще больше про Инстаграм. Также оставляйте комментарии, было ли вам полезно это видео. И не забывайте то, что вы можете пройти у меня обучение и стать видеоблогером. Как индивидуальное обучение, так и записанное на видео. Не забывайте скачивать бесплатный файл 7 лайфхаков, как стать популярным на YouTube. По ссылке внизу. Я буду вам всем очень благодарна за вашу активность. Спасибо, что остаетесь со мной. Вас всех очень сильно люблю, целую и до скорых встреч!